В Амхат устроили переворот после ухода уязвимого Табакова. Министерство культуры России может разделить должности директора и худрука МХАТе имени Чехова, который возглавлял народный артист СССР Олег Табаков. В ведомстве считают, что совмещение этих позиций делает художественного руководителя чрезвычайно уязвимым. Исполняющим обязанности директора МХАТа после смерти Табакова стал его первый заместитель Юрий Кравец. Однако Минкультуры собирается провести в театре революционные изменения. Это вероятностное решение. Сейчас мы раздумываем над этим вопросом. Жизнь показала, что совмещение в одном лице делает художественного руководителя чрезвычайно уязвимым. Нам бы этого не хотелось, цитирует замминистра культуры России Александра Журавского РИА Новости. По словам чиновника, вопрос о разделении должностей уже обсуждался в театральном совете при министерстве. В целом, театральное сообщество тоже с этим согласно, заверил Журавский. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!